И с нами сейчас на прямой связи из горосбиркома наш корреспондент Анна Грынев. Аня, какие данные на 20.00 и начали ли подвозить протоколы из терисбиркомов? Приветствую зрителей 7 канала. Здравствуй, Катя. Мы находимся на Канатной 83, следим за работой городской избирательной комиссии, которая обрабатывает протоколы по области. По времени на 8 часов могу сказать, что из 362 протоколов уже обработано 245. Также появились данные по районам. Полностью обработаны протоколы Малиновского района. Итак, рейтинг партии остается неизменным. Тройка лидеров все та же. Это оппозиционный блок, это блок Петра Порошенко и также партия «Доверяй делам». Что касается информации по обработке данных по голосованию в мэры и по голосованию за кандидатов в городские советы, депутатов в городские советы, такой информации пока еще не поступало. Также хочу отметить, что обстановка очень напряженная, люди безумно устали, но даже при этом они друг друга поддерживают. И те округи, которые освободились, их, собственно, поддерживают аплодисментами. Ну а мы будем следить за обстановкой и сообщим вам о том, что произошло уже через 2 часа. Студия. Спасибо, Аня. Это была наш корреспондент Анна Грынев с последними данными из городской избирательной комиссии.